Всем привет, мои динозаврики! Это мое самое первое видео по Тока-Бока. В этом видео я постараюсь рассказать как можно больше о себе, как можно больше о своем персонаже, и также расскажу, что я буду сюда снимать. Сразу хочу извиниться, если мой голос как-то будет в конце обрываться. В общем, этот дом я строю для своей ос Вики. Сейчас вы можете увидеть ее на экране. Биографию я Вики пока что не придумала, но думаю, обязательно к моменту выхода этого видео я придумаю ей биографию и выложу в своем инстаграме. Сейчас вы можете увидеть его на экране, поэтому обязательно подписывайтесь. Я буду снимать ее жизнь, как она проводит свое утро, вечер и так далее. Ну, в общем, как обычный токотубер, снимать про жизнь своей ос. И, кстати, конечно же, не исключение то, что мне может надоесть мой персонаж, поэтому, возможно, я буду менять ему внешность, возможно, у меня будет несколько персонажей. Поэтому вот так вот. Кстати, обустройство всего этого дома я придумала чисто сама. И я так быстро строю, потому что я уже заранее запланировала, что где как будет стоять. Да, я уже строила этот дом, просто теперь строю его заново. Как бы странно это ни звучало. И также хотела вам сказать то, что, возможно, я буду переезжать. Точнее, невозможно, а точно, потому что мне точно может надоесть этот дом, в котором я живу. И поэтому я буду вот так вот переезжать. И давайте теперь поговорим, что вообще я буду снимать на этом канале и про что мне будет контент. Как я сказала, я буду снимать сюда жизнь Вики, и также я обязательно буду снимать сюда сериалы с абсолютно другими персонажами, но они, скорее всего, будут редко, потому что я не супер-пупер сценарист, поэтому вот так. Также обязательно я буду делать всякие разные интересные рубрики, например, кукинг. И вообще я хочу делать такую очень классную рубрику, где буду вам показывать все секретки Toca World, да и в принципе не только секретки. Конечно, буду снимать всякие разные обустройства домов, создание персонажей и обзор на дальнейшее обновление. Ну, в общем, вы поняли, какой контент я буду снимать. Надеюсь, вам понравится, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Ну, а теперь хочу немножечко рассказать о себе. Меня зовут Даша, я перешла в 7 класс, и мне 13 лет. И да, кстати, так как скоро начнется школа, а я буду редко выпускать видео, так как у меня совершенно не будет времени, ибо я учусь во вторую смену и также хожу в художку. Да, я хожу в художку, поэтому буду рисовать арт со своим персонажем, который вы сможете увидеть в моем инстаграме. Кстати, на экранах сейчас вы увидите мой только инстаграм, поэтому подписывайтесь. И да, аватарку своего YouTube канала я тоже нарисовала сама, это моя ос Вики, и мне на самом деле очень нравится этот арт, и вы сейчас можете увидеть его на своем экране. Наше видео уже подходит к концу, поэтому как бы я очень надеюсь, что я тебя заинтересовала, и тебе понравился мой канал, ты на меня подпишешься и будешь смотреть мои видео. Ну и пока я тут болтала, я уже обустроила дом, поэтому хочу вам показать результат. Полное обустройство я, наверное, не буду снимать, так как сделаю это за кадром, то есть не буду вам показывать, как я расставляю вещи. Ну и теперь я буду с вами прощаться, всем спасибо за просмотр, всех люблю, пока-пока.